В Анапе сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся профилактические мероприятия на дорогах. Сегодня стартовала операция под условным названием «Автобус». Безопасен ли сегодня пассажирский транспорт и на что нужно обращать внимание, нам рассказал начальник отдела ГИБДД по городу Анапа. С 7 по 18 февраля 2016 года в настоящее время на территории города-курорта Анапа, также в Красноярском крае, проводится профилактическая операция под условным названием «Автобус». Цель этой задачи – недопущение ДТП с участием водителей данной категории, а также предотвращение и выявление нарушений водителями, управляющими автобусом, недопущение правил нарушения правил перевозки пассажиров. К водителям автобуса будут приниматься меры административного воздействия согласно кодекса административных правонарушений. Но и в то же время, если водитель будет управлять транспортным средством с техническими неисправностями и будет это повторяться несколько раз, то данным водителям будет приниматься также и уголовная ответственность, может быть, применена.